Юным жителям Ядрина в честь Международного дня защиты детей подарили большой праздник. Даже взрослые смогли почувствовать себя детьми. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Не первый год такие праздники организует заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов совместно с работниками одного из ведущих предприятий города. Нынче праздничная площадка едва вместила всех желающих. К своим сверстникам в гости приехали мальчишки и девчонки из Красночитайского района. Тут такая прекрасная, веселая, праздничная атмосфера. Детям все очень нравится. Дегустация. Тут много всяких сладостей, развлечений. Спасибо за хороший праздник. Очень весело, очень хорошо. Считаю, что на высоком уровне. Всем участникам торжества предложили окунуться в атмосферу детства. Для них был установлен большой красочный батут. Для ребят выступали аниматоры, фокусники, ростовые куклы. Особый восторг у детей вызвало шоу мыльных пузырей. Площадку заполнили переливающиеся шары всех размеров. Конечно же, мы понимаем и осознаем, что будущее, наше будущее, будущее нашей родной Чувашии, Российской Федерации – это дети. И насколько они будут здоровы, счастливы, и насколько будут в благоприятной, счастливой какой-то атмосфере воспитываться и расти, от этого зависит и конечный результат. Мария Леончик, Республика.